Hi. Есть один совершенно новый вызов, который появился вот буквально на наших глазах несколько месяцев назад. Я разговаривал с многими врачами. Вот они считают, что вот эта проблема вируса, она надолго. А может быть навсегда. Один из ответов на этот вопрос. Надо исходить из того, что без нормального общения, без нормального разговора ничего не получится. Это просто масса заблуждений в области прогнозирования, и вы должны этим знать. И если мы с вами замахиваемся на 2100 год, 2045 год, это не полный бред. Мы делаем разные изделия, начиная от таких. Ребята здесь выходят, у которых, вон смотрите, вот эти вот руки. На самом деле это начало трансгуманизма, да. У кого-то это по необходимости, а кто-то будет это делать себе сам. Вот. Это прикольная штука, как раз из будущего. У них у всех протезы, которые бионические протезы. То есть у них есть сокращение мышц определенное, они хотят сжать руку, себе говорят, я хочу сжать руку. И у них там эти протезы реагируют на это желание. И я попросил их, сожмите мне руку, да, то есть с вашей рукой. Они сжимают, да, там, ну, относительно не сильно. Но это же только начало, да, понятно, что терминатор грядет, да, то есть в том или ином виде. Самое главное – это иметь креативы, фантазировать, и вот они будут самые ценные люди, да, в мире, скорее всего. 3 Хватает определенной информации. Мы постарались сконцентрироваться на направлении внутригосударственные международные конфликты и конкретизировать их в определении тех болей, которые ждут общество в этом направлении. Просто с таким энтузиазмом, с такой отдачей, готовностью делать, готовностью зажигать, и у меня реально начали гореть глаза. Спасибо всем и каждому, кто здесь присутствует, за то, что вы мне открыли это дыхание, в котором я так сильно нуждалась. Если знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Молодежь, вперед! Да, я согласна со всем, что сказали сейчас сидящие в зале. И сегодняшний просто блестящий на самом деле. Я ответил так, с себя. Надо начать с человека. Надо начать с человека, надо сделать себя самого. Уже активно применяются или ваше решение является полностью уникальным? Спасибо. То есть миссия проекта – сделать популярной в молодежной среде грамотное отношение к безопасной жизнедеятельности. И как мы видим, результат этого – нерациональное использование ресурсов и трудная экологическая обстановка. Как ваши планы и ваши вот планированные органы, которые вы хотите создать в ООН, отличаются от тех, которые или уже существуют, и от тех, которые сейчас в процессе формируют? И что должно быть главным концептом этого светлого будущего? Это всеобщий доступ. Доступ к образованию, полноценному питанию и медицине. Основное направление нашей деятельности – это борьба с злоупотреблениями технологий. Мы представляем последствия проблем внутригосударственных конфликтов в двух аспектах – гуманитарном и экономическом. И, на мой взгляд, когда столько инициативных, амбициозных, молодых, так сказать, граждан собираются вместе, это очень серьезная возможность для нас посмотреть на будущее глазами тех людей, которые в этом будущем будут жить. Мы надеемся, что данный проект «Горизонт 2100» и совместное сотрудничество внесет свой весомый вклад в инициативу ООН, в рамках которых объявлены вот эти номинации,
и о сотрудничестве выражаем дальнейшую надежду на дальнейшее сотрудничество, мы готовы поддерживать аналогичный проект. Я еще раз поздравляю, уважаемая Ирина Рыбовна, вас с завершением вашего замечательного форума и призываю к тому, чтобы инициатива «Горизонт-2010» она бы продолжалась, она бы широко шагала по миру, и мы в Организации Объединенных Наций будем всячески вас поддерживать. «Горизонт-2010»! Да. И сильнее, да. Потому что...